Это проект не Сергея Собянина, это проект московского бюджета, это деньги москвичей, это налоги москвичей. Налоги на образование идут, это правильно. А на что они должны идти? На бордюры? Вот эти миллионы должны идти на бордюры? Это налоги москвичей, это не деньги Собянина. Вот если бы я взял деньги у Собянина, или там у Ротенберга, или там, я не знаю, у Путина, это можно бы сказать, это бюджет москвичей, это не его деньги. Это деньги москвичей, они к ним вернулись в виде образовательного проекта. И если бы мне нужно было повторить или продолжить, я бы это с удовольствием сделал, потому что вы себе не представляете уровень благодарности, просто не представляете себе уровень благодарности. Люди узнали, почему они живут на такой-то улице, такого-то имени. Им в голову не приходило, что это был такой человек. И Хрущевский переулок – это не в честь Никиты Сергеевича Хрущева.